А я вот как раз сегодня ехал и думал о вас. Вам же нихуя доверить нельзя. Вас иметь надо. Вы что думали, блядь? Кинете мажорчиков, потому что у нас до хрена всего? А знаете, почему у нас до хрена всего, блядь? Потому что такие кресты, нахуй, лохи, как вы, нам все приносите. Мы же его дослушивать не будем. Давай, ты первый, я с тобой. А так вывезу, сука, а? Да хера вам бабки нужны? Что вы с ними делать будете, блядь? У вас нет кэша! Не было и никогда не будет этого кэша, блядь! Потому что вы наш, блядь, обслуживающий персонал! Вы нам должны все подносить, писи нам дрочить, копать, понятно это или нет? Все глаголы ваши, блядь, кроме зарабатывать, это понятно, блядь? Ты даже друзей своих просрал, ты, блядь, чмошник, нахуй. Вон у тебя пацан, сука, корячится, блядь. А ты сделать ничего не можешь, потому что ты чепуха. Ну давай, давай, иди сюда. Ну давай, 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 иди сюда, блядь. Боевой самбо. Это откуда? В паблике, подслушанный Пенз, под последним постом, где зимние резины продавали. Написал, что у тебя беда. Все пришли, никто не отказал. А ты говоришь, наших не осталось. Ну чё? Попиздили, блядь! Чё, Максим? Где, блядь, бабки твои сейчас, а? Ты посмотри, блядь, псы твои проплаченные лежат, блядь, землю жрут. Мои бесплатно пришли, положили вас, ёпт. А ты знаешь почему? Вот эти все ребята сейчас сюда пришли. Я за жизнь не кинул никого, Макс. Правде силу, ёпта, кино смотри. Варьё, съебались отсюда, блядь.